Всем привет! Сегодня мы будем слушать Отжбуду. И трек называется «Порой белый хочет». Видимо, белый хлеб или кто кого хочет, непонятно. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в группе ВКонтакте. А у нас есть свой телеграм-канал, где периодически проводится колесо фортуны для того, чтобы выбрать песенку, которую мы будем слушать. Также у нас появилась новая рубрика «Привет». Заходите туда и все узнаете. А также мы принимаем донаты в размере 1000 рублей сюда. Ссылка под этим видео, чтобы 100% послушать вашу песенку. Все, кто желает, могут задонатить нам свою песенку, мы ее послушаем. Также, что три моих песенки под названием «Три книжки» выложены на Литрес и приступила к четвертой «Творю». И поэтому хотела бы, чтобы вы их читали или рекомендовали друзьям. Кто, если не вы, друзья мои? Ну и еще, что у моего старшего сына Максима есть игровой канал, куда он вас тоже приглашает. Ну а пока вы все донатите, заходите по ссылке и т.д. и т.п. Мы слушаем Отжбуду «Порой белый хочет». Йоу-йоу-йоу, старички, вот мы в будике. Это прекрасная поездка. Сейчас закончится съемками клипов. Порой белый хочет, просто классным времяпровождением. Дай бог, все будет четенько, мы в будике. Порой белый хочет и в такой рэп. Скажи, что слушаешь самое горе. Чтобы не слышать, выкручиваешь максимум на колонках. Или наоборот, тишина на вес золота. Психолог говорит, что комплексы тяну с молода. Что-то пиздец страшно, теперь детство далекое прошлое. У меня второй прям снова испытал чувство голода. Думаю, не оставил вопросов, кто является голодом. Но при этом и так похуй, ведь есть реальная жизнь, она как я не ждет хип-хопом. Я охуенный рэпер, у меня нихуя нет здоровья. Я постоянно в дороге, я уже забыл чувство дома. Бабуля умоляет навести, говорит, умрет скоро. Раньше боялся этих слов, сейчас понимаю, в любой момент мой. А я без остановки работаю, зарабатываю бабло, блять. Которая уже не поможет. Вот она взрослая жизнь, блять, вот она реальность. МС уже 30 плюс, он все еще хуйню читает. Мне самому 30, я все еще хуйню ебашу. Боже, как мне слезть, блять, даже нарколог не помогает. Я несчастливый человек, вот она голая правда. Торчу ебан, Кристина могла найти лучше парня. Спасибо, что рядом, клянусь, мы лучшая пара. Стараюсь сегодня, малышка, ради твоего завтра. Много всякой хуйни, но не теряю достоинства. Не перестану ебашь, пока в России не появится Озер. Хоп, поступил не по мужски, но задел за мужское. Обе с Кристиной хуйни, просто попиздимся достойно. Или я сам лох, что-то замешкался, не вышел. Хз, что двигало мной, но точно не мои принципы. Уже давно. Это легче, когда родные люди рядом. Я очень сейчас мозг поступил с ними бы. Я все еще ребенок в этой взрослой. Белый, ты не первый мой миллион долларов. Рэп, друзья отлетели, время оставило лишь своих доггеров. Время все растаяло, превратило МС в блогеров. Чересчур лояльный, все равно выражаю любовь многим. Я чуть-чуть меньше, но все равно сипаю стабильно. Снова курю косой в клипе, Леха говорит, что дебил я. Город пишется со мной, снова окно не закрыл я. Та самая грязь, белый, пишусь без поп-фильтра. Хз, о чем мои треки, у них нет темы. Белые не могут подкуриться, у них нет темы. Курю без остановки, не могу накуриться, у меня проблемы. Знакомлюсь с тобой в третий раз, сори, памяти пробелы. Я могу стелить вечно, когда на вдохновении. Красота фристайла, магия строчки в мгновении. Белый перестал врать, ему наконец поверили. Это Free Rio 3, намного мяса еще в преддверии. Пау, this ain't Tash Twitter, my blood's brother, Yannick Zygmunt Gang. Вы даже не знаете, блядь, Тюмень, Москва, Будапешт, вся хуйня. Прррррра. Знаете, у меня как бы такое своеобразное отношение, кстати, к этой песенке. Ну, Отжбуда, оно как бы не мое. Отжбуда, оно не мое. Вот, но эта песенка, не знаю, то ли это вот Европой повеяло, то ли он был не настолько резкий, то ли я стала адаптироваться под эти песенки. Ну, вот как бы не могу сказать, что уже вот все совсем плохо. Или он был как-то помягче Отжбуда, чем всегда. Хотя городил, вот опять, всякую фигню. Вот, конечно, я не могу сказать, что вау, круто. Но в принципе, как-то скажу так, что с удовольствием послушала и посмотрела. Вот, ну давайте заценим. Ну пускай это и будет изюмчиком, поэтому за это единичку.
Вот я не знаю, что он хотел сказать по поводу «Порой белый хочет». Вот я так все-таки и не поняла. Мне кажется, тема особо не раскрыта. Вот. Значит, по смыслу 7 баллов. По музыке, вот я говорю, он был какой-то вот гораздо мягче. 8 баллов за музыку, 8 баллов за клип и 8 баллов за атмосферу. Вот как-то то ли атмосфера дала, то ли чего. Не знаю, как-то не сильно хочется придираться к этой песенке. И у нас с вами получилось 32 балла. Мы делим на 4, получается ровно 8 баллов получает от Джбуда. Мне кажется, так высоко он еще не взлетал в моем рейтинге. Вот. То ли вот какой-то агрессии не было, даже вот не знаю, как-то вот пошло, вот он там по Европе бродит, городит, что видит, то и читает, и как бы понятно, о чем он там читает. Вот. И как-то все это вместе легло, и было, в принципе, неплохо. Гораздо лучше, чем всегда. Не могу сказать, что классно, но, в принципе, неплохо. Итак, друзья мои, ну вот и все, что я хочу сказать про эту песенку. Что-то пошло не так, и я ее оценила. Всем пока!